Всем здравия! Вы находитесь на канале братьев Приходько. А мы сегодня большой компанией едем дня на 3, на 4 на рыбалочку. Едем очень далеко. Едем сначала на УАЗике, который загрузили снегоход. Промысловик Ураган. И в который сейчас догружаем оставшиеся вещи. Снасти, продукты. Выдвигаемся потихонечку на заветные места. Человек. Зеленый большой. Эскимос. Эскимос. Мы собрались. А Вова сегодня 18 лет. Да. Поздравляем сердечно. Поздравляем тебя с юбилеем. Спасибо. Да. Еще разочек. От всей души. Расти большой. Будь здоров. Слушайся родителей. Слушайся родителей. Самое главное. По многочисленным запросам убираем букву Е. О. Thank you.
раз, можно сказать, на рыбалку выбрался. Это сын Николай. Будем его делать рыбалка по Кирову. Наверное. Есть желание? Есть. Со временем все лучше придет. Ладно, кинул сюда. Лёвка. О! Вовремя подошел. О! Рыбок! Почина! Благодарствую! Угу. Нормально. Тимоха, это не тебе. Ах ты, зараза! Челняк сошел. Хороший. Хорошенький бур. Пойду я тоже на твоей лунке. А, сразу интереснее стало. Конечно. Ты уже все обрыбачил? Это что? Вот что, две осталось. Что там попалось? Из моих канов? Да. О, ничего себе, нормально. Двоих друганов. Мелкий хрюзок попался, отпустим его. Там жигана одного поймал на одном, на одной лунке, отпустил, все, больше ничего. Поехали, поехали.
Тут топтались не просто так, наверное, да? Ну, тут бурили, наверное. О! Щуку поймал. Щуку, вот это да. На мормышку. Вот так вот, первая рыба моя на этой речке. Щука где-то на полкило. О, грызок. Попался. Значит, в верном направлении. Так, а ты куда идешь? Куда ты идешь? Иди, иди отсюда. Друган, не. Куда ты собрался? Вот. Еще. Есть, еще. Во, нашли место. А ну фуа. Хороший рыбки. Шукарь попался. Почти такой же у нас был. Ох, елки-палки. Видал, да? Вот я такого давай же поймал. Быстрее. Вот на следующий то же самое. Ну, там покрупнее я почувствовал. Я думал, плотвичка. Или окушочек. Жиганюшка стоит. Видал? Да. Сразу прям. Нет никого. Ваня, не глумись. Надо же мастерство оттачивать. Снежных поклевок. Вычленять крупную рыбу. Нормально, да? Вообще отлично. Такой грамм 500 точно есть железных. Вот такого хариза поймал Александр. Вова поймал. Поймал Вова? Вова. Во. Вова поймал рыбину. Первый за сегодня. Да, наконец-то повезло. С почином. Съели. Ну-ка я закину. Съели червяка. Видишь кого? Нет, дно вижу только и все. Но он только в одну сторону смотрит, потому что течение. Вот сейчас, ладно, держи так. Вверх по течению, по идее, смотрит. Сейчас попробуем. Есть. О! О. На нимфу взял. Я же говорю, струю надо найти. А? Вот он. Ну, нашли же что-то. Раз рыба есть. Нормально. Поймал, Сим? Красавчик!
Поймали, да? Поймал, да? Что? Никита. Там? Да. Ну, там нет хорошего такое, я не знаю, один был. Ну, чекай. Плохо рассказ. Во, нормально. Че, здорово тащил, нормально было? Нормально? Ну вот, все, уже рыбак. О. Ух ты какой. Хорезок. Будет погонил. Ну поворачивайся, что ж ты. Хорезок. О. Шкет попался. Не то, что он попался. Тут, походу, стадо детей пасется, да? Возможно. Может, и крупный стоит рядом. Давай обратно. Ого, давай, давай. В общем, у нас идут приготовления вовсю к ночлегу. Что нам удалось за сегодня поймать? Проехали, наверное, километров 8 реки. Вот весь улов. Ни много ни мало, но рыбка есть. Вечернего клёва не будет сегодня, так как подустали. Никто не спал сегодня. Преодолели довольно-таки большое расстояние. На этом первый день рыбалки закончен. Всем желаю успехов, счастья, мира в дом и будь добру. Добры.